так рыбки хочется, что приходится вот так вот по льду. Ну так рыбки хочется, ну прямо сил нету. Вот Титаник. Ну что-то сегодня рыбки, мне кажется, уже не будет. Ой. Да, все. Приехали. Еще немножко попробуем, конечно. Но воды чистой нету. Тут немножко полегче. Стрёмно, конечно, но рыбки так хочется. Попробуем сейчас походить туда-сюда, сделать воду открытую и попробовать половить в этой воде открытой, потому что ну так рыбки хочется. Итак, сейчас пробьем туда, потом обратно и потом на удочку будем ловить окушка, если, конечно, клюнет. Вот в один конец. Разворот. Ой, ой, стрёмно так. Вау. Вау. И во второй конец. Опять разворачиваемся. И поехали по-новому. Расширяем водоем. Поворот. Разворот. Задний ход. И опять вперед. И вдоль бережочка пройдемся. Как и предполагалось, рыба не клевает. То есть вообще. То есть рыба-то есть, но ей моя речка ледокольная не понравилась. Вроде нашли открытую воду. Попробуем. Может, там что клевать будет. Потому что подельник уже пару кушков поймал. Это радует, значит, клюет. А вон и водичка. Вот что мотор электрический животворящий делает. Ура, вода.
Ну вот и все, половили немножко, возвращаемся домой. Кое-что поймали. Парочка щучек, конечно, таких маленьких. Сейчас я выкачу. Ну, хоть что-то. Потом окушки есть неплохие. Ой, не-не. Ну, вот такие вот. О. Ну, вот, в принципе, и все. Намерзли, с удовольствием получили. Все.